перезвоню. О. Итак, Майлз, вываливай. Опиши всю ситуацию. Фина, Роксан, подполье. Это все чересчур, понимаешь? Тебе 17. У тебя стресс, и ты супергерой. Тебе надо учиться расслабляться. Ты еще пишешь биты? Нет, с тех пор, как я начал это. Ищи баланс, малец. Самое важное в жизни. Вот. Небольшой проект, который мы с твоим папой когда-то замутили. Наш микстейп. Четкие рифмы, все дела. Почему я никогда об этом не слышал? Потому что мы не закончили. Мы записывали шум улиц. Хотели, чтобы город стал нашей музыкой. Но твой папа был занят учебой, а потом мы с ним разбежались. Ты можешь закончить нашу работу. Заодно отвлечешься от своей. Да. Да? Хорошо. Что надо делать? Загружай. Я все тебе расскажу. Мои голограммы направят тебя. Просканируй источник. Голограммы? Крадешь мои приямы? Ха, да я этим занимался, когда тебя еще на свете не было, малец. Так, не думай про Фину. Сосредоточься на звуках, очисти голову. Просканируй голограммы. Они разблокируют файлы на моей флешке. Это поможет тебе понять, какой нужен звук. Попробуй найти оригинал и запиши четкий сэмпл. Да, вот так. Да, да. Да, это оно! Остальные звуки, которые тебе нужны, ждут в городе. Я оставил несколько сообщений, чтобы ты мог прочувствовать все звуки. Шикарно. Не сейчас. Привет! Нашел что дельное? Да, необычная динамика. Видишь, старая школа не подводит. А еще мне правда надо было проветрить голову. Теперь я знаю, что делать с Финой. Я встречусь с ней и попытаюсь ее отговорить. Лично? А где? Завтра ночью. У церкви Троицы. А почему спрашиваешь? Потому что у тебя на спине мишень размером с джерси. Не нужно меня защищать. Иногда нужно. Помнишь, ты говорил, что вы так и не закончили запись, потому что поссорились с моим папой. А что именно между вами произошло? Это запутанная история. Мы были очень похожи и очень отличались. Закончи запись, собери сэмплы и услышишь рассказ целиком. Обещаю. Хорошо. Спасибо, дядь. Церковь Троицы. Умельца. Можете брать, но парнишку не трогайте. Как же хорошо. Я так умотался. Итак, я позвоню Фине, как только буду готов. Мама? Ганке? Есть кто дома? Видимо, никого.
Ну, мама дает. Она точно победит. Хорошо, что оборудование цело. Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем Доникасте дебаты с... И это ваша подводка? Позор! Мы, профессионалы, называем такое водой! Больше эмоций! Я задам вам один вопрос, Дани. Вы понимаете, к чему вы подстрекаете людей? Где ваша журналистская этика? Побольше некоторых. Потому что ваша кампания против Роксана обескураживает настоящих журналистов, таких как я. Вам следовало бы выступать против этого молодого недомстителя, от которого все проблемы в Гарлеме. Что? Вы показываете все, что делает Человек-паук в абсолютно черном свете, и при этом оправдываете все, что делает Роксан. Будь у Человека-паука классный пиарщик, вы были бы за него. Единственные проблемы, которые исправляют Человек-паук, те, которые он сам и создал. Я не стану хвалить поджигателя за то, что он гасит свой же огонь. А Роксан, между прочим, построил красивую плазу в депрессивном районе. Только снес сперва чужие дома и заведения. Новый Человек-паук доказывает, что Гарлем не такая дыра, какой ее выставляет Роксан. А вы, мистер Джеймсон, для того, кто якобы любит Нью-Йорк, не слишком добры к его жителям. Вы явно дали волю эмоциям, юная леди. Так что из чистой жалости к вам я прекращаю эти дебаты. Джаред, отключай! Кому вообще в голову пришло дискутировать с тинейджером? Нет доброй славы в том, чтобы разгромить ребенка. Вызывай машину. Поеду на массаж. Алло. Алло. Ну все, он отключился. Что ж, спасибо вам за дебаты, которых вы так требовали, мистер Джеймсон. А все остальные не забывайте вставать каждые полчаса, когда работаете за компьютером. Пока.